Ну, а эти участки, здесь получается тоже озимая пшеница. Здесь норма высева. Как бы сев был уже где-то, ну, в конце сентября, конечно, поздно. Вот первый, вот этот участок у нас, это 2 миллиона. Нижний ярус, конечно же, не страдает, в отличие там от 4 миллионов. Здесь у нас 3 миллиона. 3 миллиона. Так, сейчас я подойду к участку, где у нас 4 миллиона, чтобы можно было сравнить. И здесь мы посеяли, ну, чуть раньше. Видите, нижний ярус листьев сброшен, то есть он уже пожелтел. Здесь вот на 2 миллионах как бы такой проблемы нет. Почва вся в трещинах, то есть влаги нет, но в то же время как бы посев настолько не страдает. 3 миллиона это надор. Так, это у нас МВ-3714, 2 миллиона. Ну, относительно все неплохо. И 3 миллиона. Ну, на 3 миллионах я вижу, что есть проблемы. Почему надор не страдает, конечно, в тех посевах? Потому что он все же, наверное, не так раскустился, как МВ-3714. Так, это у нас Лиговская 4, 2 миллиона. Тоже вот посев так вот выглядит. Два миллиона. И 3 миллиона. Нижний ярус, конечно, страдает, но все равно. И раскишно. 2 миллиона. И, соответственно, 3. Так визуально, конечно, не видно, но если сравнить растения, то здесь и колос побольше, здесь преобладает больше маленьких колосков, а так в целом такие вот варианты есть.